танка. Обстреляло и ушло на запески. Спрятались. А целый день из запесок постреливали. По одному, по два выстрела. То в город, вот, за нами спалили до квартиру, в дом попали. За мостом, за Панфиловским. Вот наша Вольва. Опа. Чуть не поймали. Какой артиллерии украинский использует здесь, Сережа? 120-е минометы и танки. 125 мм снаряд. Как здесь обстановки? Слышишь, нормально. Тишина, перемирие, видишь? Вот так. Раньше мы были на другой передовой, рядом Маринка. Там, в принципе, более-менее тихо. Из-за того мы приехали здесь, рядом Пьески. Я был здесь в прошлый раз, не ябрия, уже давно. И там позиции ополченцы был, там сейчас. И уже дальше. И сам слышишь, что в этом здесь. Ага, достаточно активный здесь уже. Ну не бой, обстрел идет, Вольва. Обстрел нет, идет, Вольва. Это во. Это во. Сейчас еще один будет. Судана передовой, они добить. Это позиция ополченцев сегодня. Ополченцы так и не ответили, но они сказали, что после продолжаться этого провокации, хотя они будут отвечать.
Хорошо, в больницу не отпускают, хоть в гости скажу. Блять, Саш, найди огнетушитель все-таки. Ну там ордена теперь делят, что же. Обстреляли, да, довольны, сейчас горит у них. Они нас по рации, когда сколько раз выходили. БТР обстрелял. Сепаров, давай сепаров поубиваем. Давай, что там эти твари там делают. Когда уже сепары, сдавайтесь. Вон, сдавайтесь. А там то, что там за нашими спинами мирные живут, им по барабану. Попали машины, сепаров, пули разрывные. Где сепаров? Мирные. Они говорят, Россия стоит. О. А где с Донецкой Россия? Области. Где? А? Где Россия? Один Донбасс стоит. Где Россия? Покажите мне. Хоть одного русского. Где? Нет. Донбасс стоит. Я с Донецкой области, город. Я тоже за. Я с города Снежного. У меня тоже жена, двое детей. И что мне делать? Они вот недавно берут и бомбят Донецк. К чему? По мирным жителям. Дебилы. А говорят, что это мы. Ну да, их, сука, брать нахуй голову, отрезать, как в Чечне. По-другому нельзя с ними делать. Как? Повском, да? Владивосток. Это я. На, фамилия, имя, отчество, все положено. Я уже все равно у них на сайтах есть, мне все равно. У меня военный билет такой. Спасибо, Саша. У меня военный билет, вот он. В Украине я служил. You lived in the United States? Точно такое же. Кириленко. Спасибо. Я туда еще попаду, им головы потрясаю. Да, здорово. Здорово. Ну что, вы себя в Америке по-прежнему боретесь, да, с курением? Все? Боретесь с курением, говорю. Я не понял. Говорю, с курением боретесь? No smoking. А то сейчас перезаряжаться будет опять. Ой! Нормально, ничего не плохо. Поймал. Все хорошо? Поставишь еще? Час, час, час. Час, спасибо, спасибо, спасибо. Оттуда не пойдет. Там деревья. Смотри, деревья, там неудобно будет. Громко едет машина, у меня два сына. Он только слышит гул, он бежит и ищет, куда заховаться. Он падает и ховается. Ребенок, которому одному два, второму семь. Вот. Он бежит и ховается. Как такое может быть? Я не хочу детям, чтобы они выросли, у них такое было детство. Зачем такое детство детям? Вот так они и делают с наших детей, какие-то заик. А потом пытаются рассказать, что мы тут такие. Какие мы? Мы стоим свое защищаем. Свое, мы ихнее не берем. Не надо к нам лезть. Что, я к ним в Западную там. Украину пришел, да, разбивать или еще что-то? На Киев, на их. Живите там. У вас своя жизнь, у нас своя жизнь. Мы вас не трогаем, и вы нас не трожьте. Обычные каменщики, водители, слесари пришли сюда воевать. Шахтеры, в основном шахтеры, я шахтер. Я каменщик, дома строил себе потихонечку. Ремонтами занимался. Построил дома. Все. Построил, да. Он теперь какая-то сука ебанулая, дома этого нету. И что с ним сделать? Руки ему отрезать. А что им? Им все равно. Они как били сюда, убивали. Если они он на Порошенко, как говорят, та ты кто нам, власть. У нас нет. Есть свои законы. Все, мы хотим войны. Там вот стоят убийцы, которые убивают. А кого убивают? Когда оттуда вас Мариуполь, все говорят, что постоянно, то девчонок... Пеной задули эти укропы, блин, поубивали. Еще чего-то. Это мы убийцы, которые меня... хотим свою семью защитить, дом меня свой. Меня в Снежном соседку износил.
меня по отцу есть родной брат. По отцу. Мне сказали, что он там стоит, воюет против меня. Как брат в брата стреляет. Брат родной. Он там на песках стоит против меня воюет. Классно мне? Ну я за то, что он там стоит воюет, я буду стрелять на поражение. Если он меня увидит, я ему так и скажу. И, да я говорить не буду, я его увижу, я буду стрелять на поражение. Потому что он пришел сюда стрелять, он убивает. Вот мирное население, которое стоит впереди. Его впереди, нас сзади. И мы для них уроды. Мы для них какие только, да, наверное, оскорбительные слова они на нас только не говорили. Что мы только не наслушались. Как они мне один, мы звонили, как-то связывались, просто по рации передали номер телефона, это мы напротив Шермалыка в набережной стояли. Нам начали звонить. Один говорит, там мы для вас, для каждого, вы приготовили яму 2 на 2, говорит, мы вас всех закопаем. А тех, которые останутся живы, нам сказал Порошенко, что с этим, который гомосек, блин, сказал, что, короче, вы, у нас по 5 рабов у каждого будет, и по 2 гектара земли. Но они сразу сказали, Донбасс, да, это рабы. Они же ходят, Донбасс, у них написано, рабовладелец. Донбасс, они сразу сказали, Донбасс, тут живут одни рабы. Да. Так ты этих рабов попробуй возьми. Я буду стоять до последнего, я не уйду отсюда. Уйдите с наших земель, я брошу эту балалайку. Она мне нафиг не надо, я буду себе работать спокойно. Все. Землю копать, садить, да, огурцы, картошку. Обеспечу свою семью, жизнь. Вон они мне в Славянске 2 дома раздолбили. Мне их теперь восстановить надо, заново построить. А где я возьму вот эти финансы? Они думают, мы тут все наемники, все эти. А я из-за того, что они мне просто дом взорвали, столько людей поубивали. Я буду здесь стоять до последнего. Из-за своих детей. Потому что мои дети, я их пустил на свет не для того, чтобы какая-то сука пришла и убила ее. Мою семью, уроду. Дай бог вашим семьям такого не видеть. Да не видят свои. Активный вечер. Крем. This is real. I got them apples now. He was eating some good stuff. Уже уехали из передовой, и это видно там все горит, это донецкий вечер, это вечер на передовой был здесь, рядом пески. Вот так это есть.